Разумеется. На нашу базу напали! Где враг? Хороший план. За честь и отвагу. Я служу свету. Правосудие свершится. Конечно. На нашу базу напали! Правосудие свершится. С холмов спустились огры. Похоже, они ищут драки. Хороший план. Никто не смеет предавать свет. Разумеется. Поздно просить пощады. Правосудие настигло. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Да, ваш светлость. Наши войска атакованы. Я помогу. Хороший план. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Ощути мой гнев! Никто не смеет предавать свет. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Конечно. Хороший план. Конечно. Разумеется. Сделано. Улучшение завершено. Хороший план. За честь и отвагу. Улучшение завершено. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Недостойное создание. Хороший план. Хороший план. Недостойное создание. Никто не смеет предавать свет. Разумеется.
за моего отца. Ощути мой гнев. Правосудие настигло. Поздно просить пощады. За честь и отвагу. Ощути мой гнев. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Чего? Ну я пошел. Я исцелю эти земли. Бою готов? Орудие! Ваши войска атакованы! Жду указаний. Будет исполнено. Бою я готов? Исцелю эти земли. Да? Слушаюсь, милорд. Орудие к бою! К бою готов? Я исцелю эти земли. Одно ваше слово. Приказывайте. Орудие к бою! Кто-нибудь ранен? Конечно. Слушаю. Как пожелаешь. Чего? Слушаюсь, милорд. Да? Где враг? Да, ваша светлость. Ну я пошел. Угу. Хорошо. Угу. На что жалуетесь? Дело сделано.
Опять за работу. Дело сделано. Чего? Да? Опять за работу. Да, ваша светлость. Чего? Дело сделано. Рудник почти истощен. Улучшение завершено. Дело сделано. Хорошо. Кто-нибудь ранен? Дело сделано. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Свет благословляет. Дело сделано. Чем могу помочь? Просить пощад. На что жалуетесь? Улучшение завершено. Где враг? Там нашу базу напали. Улучшение завершено. Я помогу. Слушай. Я служу свету. Конечно. Хороший план. Недостойное создание. Чем могу помочь? Правосудие свершит. Ваш рудник истощен. Поздно просить пощады. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Недостойное создание. Наши войска атакованы. Ощути мой гнев. Разумеется. За моего отца. Кто-нибудь ранен? Исыди, мерзкое отродье! Свет испепелит тебя! Где враг? Чем могу помочь? Наши войска атакованы! Я служу свету! Никто не смеет предавать свет. Дело сделано.
Я помогу. Да, ваша светлость. Свет благословляет меня. Слушаю. Правосудие свершится. Хороший план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Хороший план. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. Разумеется. Конечно. Недостойное создание. Это невозможно. Им нет числа. За честь и отвагу. На нашу базу напали. На нашу базу напали. Разумеется. Наши войска атакованы. На что жалуетесь? Свет, дай мне силы. За лорда Рон! За короля! Ута, ты даже не представляешь, как вовремя ты прибыл. Рано праздновать победу, сынок. Битва еще не закончена. Я удивлен, что тебе удалось сдерживать натиск нежити так долго, мой мальчик. Если бы я опоздал... Знаешь, Утер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион рыцарей. Сейчас не время для споров. Это только начало. Ряды армии мертвецов пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших солдат. Значит, мы должны сразить их повелителя. Если понадобится, я сам отправлюсь в Стратхольм и убью Малганиса. Тише, мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Утер. Я ухожу. С тобой или без тебя. Приветствую тебя, юный принц. Нам нужно поговорить. У меня нет на это времени. Послушай меня, мальчик. Эти земли обречены. Тьма уже спустилась на них, и ты не в силах остановить ее. Если ты действительно хочешь спасти свой народ, уведи его за море, на запад. Ты предлагаешь бежать? Мое место здесь, среди моих людей. И я буду защищать их. Значит, ты уже сделал свой выбор. Запомни, чем сильнее ты стремишься сокрушить врагов, тем быстрее твой народ окажется в их власти. Прости меня за то, что я пряталась, Артас. Я просто хотела... Нет, Джайна! Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он прав. Может быть, он действительно знает, что нас ждет. Его слова не заставят меня покинуть родину, Джайна. И меня не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Идем.
Я рад, что ты пришел, Утор. Следи за своим тоном, юноша. Хоть ты и принц, но как паладин ты все еще находишься под моим командованием. Как будто я не помню. Послушай, Утор, я должен рассказать тебе кое-что про чуму. Нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в нежить. Весь город должен быть очищен. Что? Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь. Проклятье, Утор! Как будущий король, я приказываю тебе зачистить этот город. Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Тогда я буду расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артас? Неужели? Лорд Утор, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших паладинов. Артас, ты не можешь так... Решено! Те из вас, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные... прочь с глаз моих. Ты пересек опасную черту, Артас. Джайна. Прости, Артас. Я не могу на это смотреть. Недостаточно золота. Свет благословляет меня. Где враг? Хороший план. Да, ваше высочество. Я готов. Да? Слушаюсь, милорд. Я готов. Да? Ну я пошел. Я готов. Я готов. Чего? Ну я пошел. Опять за работу. Исследование завершено. Хорошо.
Исследование завершено. Недостаточно древесины. Я ждал тебя, юный принц. Я Малганис. Как видишь, твои люди отныне принадлежат мне. Дом за домом я порабощу этот город, и огонь жизни угаснет здесь навсегда. Я не допущу этого, Малганис. Лучше они умрут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. Дело сделано. Исследование завершено. Дело сделано. Недостаточно древесины. Да, ваша светлость. Да, ваша светлость. Я готов. Да? Угу. Я готов. Чего? Слушаюсь, милорд. Я готов. Опять за работу. Исследование завершено. Я готов. Я готов. Опять за работу. Хорошо. Недостаточно древесины. Исследование завершено. Наши войска атакованы. Исследование завершено. Приказывайте. Да-да, конечно. Исследование завершено.
Исследование завершено. Да? Слушаюсь, милорд. Исследование завершено. Улучшение завершено. Исследование завершено. Недостаточно древесины. Я исцелю эти земли. Дело сделано. Я исцелю эти земли. Чего? Я готов. Исследование завершено. Ну, я пошел. Исследование завершено. Ну, я пошел. Я готов. Слушаюсь, милорд. Я готов. Да? Дело сделано. Я готов. Дело сделано. Исследование завершено. Хорошо. Слушаюсь, милорд. Чего? Хорошо. Я готов. Да, ваша светлость. Опять за работу. Дело сделано. Я готов. Наши войска атакованы. Дело сделано. Дело сделано. Исследование завершено. Я готов. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Да? Улучшение завершено. Дело сделано. Пошел. Дело сделано. Исследование завершено. Завершено. Да, ваша светлость. Хорошо. Улучшение завершено. Недостаточно древесины. Улучшение Чего? Завершено. Ну я пошел. Опять за работу.
Слушаюсь, милорд. Да? Улучшение завершено. Чего? Ну я пошел. Улучшение завершено. Дело сделано. Исследование завершено. Недостаточно древесины. Слушаю. Исследование приступаю. Завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Недостаточно золота. Жду приказаний. Жду приказаний. Исследование завершено. К бою готов? Недостаточно золота. Правосудие свершится. Конечно. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Прости меня, отец. Но я должен сделать это. Исследование завершено. За лорда Рона. На нашу базу напали. За честь и отвагу. Наши войска атакованы. Одно ваше слово. Наши войска атакованы! Я помогу. Разумеется. Конечно. Исследование завершено. Хороший план. Конечно. Разумеется. Честь и отвагу. Хороший план. Хороший план. Ощути мой гнев. За моего отца. Правосудие настигло тебя. Наши войска атакованы! Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план.
Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Исследование завершено. Конечно. Поздно просить пощады. Хороший план. Ощути мой гнев. Разумеется, за честь и отвагу. Недостойное создание. Хороший план. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Никто не смеет предавать свет. Конечно. Прочь, щенок. Не путайся под ногами. Ползи к своему дряхлому отцу. И дожидайся я конца вашей династии. Жив. На нашу базу напали. Хороший план. Разумеется. На нашу базу за напали. За честь и отвагу. Разумеется. Конечно. Хороший план. На нашу базу напали. Наши войска атакованы. На нашу базу напали. Я служу свету. Правосудие настигло тебя. Бою готов? На нашу базу напали. Недостойное создание. Наши войска атакованы. Я служу свету. За честь и отвагу. Разумеется. Поздно просить пощады. Хороший план. Конечно. Ощути мой гнев. Разумеется.
За честь и отвагу. Конечно. Никто не смеет предавать свет. Хороший план. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Правосудие настигло тебя. Конечно. За моего отца. Наши войска атакованы. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Разумеется. Хороший план. Конечно. Ощути мой гнев. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Конечно. Наши войска атакованы. За честь и отвагу. На нашу базу напали. Я снова жив. Где враг? Разумеется. Поздно просить пощады. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Достойное создание. Хороший план. Конечно. Разумеется. Хороший план. За моего отца. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Поздно просить пощады. Мы покончим с этим сейчас же, Малганис. Один на один. Храбрости тебе не занимать. Но, к несчастью для тебя, юный принц, твое путешествие только начинается. Собирай свои войска и отправляйся в царство вечных снегов, в Нардскол. Там мы и уладим все наши дела.
Там ты узнаешь свою судьбу. Я тыщу тебя даже на краю земли. Ты слышишь меня? На краю земли! Сколько мертвых. Не могу поверить, что все это дело рук Артеса. Джайна! Джайна Праудмур! Лорд Утер? Джайна, я знал, что найду тебя здесь. Девочка моя. Куда он отправился? Куда Артас увел наш флот? Он приходил ко мне перед отплытием. Я умоляла его остаться, говорила, что это ловушка. Куда он ушел? В Нардскол. Он отправился в Нардскол, чтобы найти Малганиса. Демоны бы побрали этого мальчишку. Я должен рассказать обо всем королю. Не вини себя. Ты не могла ничего изменить. Погибшие упокоены пока что. Но не стоит обманывать себя. На севере твоего юного принца ждет только смерть. Ты! Артас делает лишь то, что считает правильным. Похвально. Но это приведет его к погибели. Теперь все в твоих руках, юная чародейка. Веди свой народ на запад, в древние земли Калимдора. Только там ты сможешь сразиться с тьмой и спасти этот мир от всепоглощающего пламени. Неужто свет покинул эту землю? Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробирает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Все войска высадились, капитан. Почти. Только несколько кораблей... Хорошо. Наша основная задача — разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. Я помогу. Недостойное создание. Хороший план. Конечно. Свет благословляет меня. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Хороший план. За честь и отвагу. Хороший план.
Никто не смеет предавать света. Ощути мой гнев. За моего отца. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Судья настигла тебя. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Хороший план. Разумеется. За моего отца. Ледяные тролли. Никто не смеет предавать свет. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Недостойное создание. Правосудие настигло тебя. Поздно просить пощады. Ощути мой гнев. Хороший план. Конечно. Смотрите, рудник. Здесь мы и разобьем лагерь. Враг атакует. В укрытие! Боги милостивые! Вы не ожившие мертвецы! Вы живые! Мурадин? Мурадин Бронзоборот? Это ты? Проклятье, парень! Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасать нас! Спасать? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь. В любом случае, мне понадобится твоя поддержка. Мы разделились, когда наш отряд угодил в засаду. Будет здорово, если ты нам поможешь! Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Вперед! За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Я готов. Да, ваша светлость. Хорошо. Как дела? Я готов. Я готов.